тяжелый! Батя, я сейчас лопну! Какой же ты тяжелый-то, тебя не задвинуть! Всем привет, ребята! Вы на канале Бро Шоу Пэт. Ну, с вами, как обычно, Шернак. Это, короче, ребята, у меня тут дело есть. Может, кто-нибудь подскажет, где можно деньжат раздобыть? Скоро новогодние праздники, подарки покупать. А у меня ни гроша нету. О, батя! Батя! Ходит что-то эта лопата и говорит: батя! Батя, иди сюда! Батя глухой, что ли? О, услышал. Деньжата нужны! Мне деньжата к Новому году. Подарки покупать нам всем друзьям, а товарищам. Может, это, даже деньжат побольше, а? Шерлок, ты не поверишь, но мне тоже деньжата нужны. Поэтому свободен. Все как обычно, ничего нового! Деньги ему нужны. Хотя подожди, нужны деньги? Да, так? Давай! Заработай, смотри, что у меня есть. И для тебя лопата есть. Давай ко мне, будем снег чистить. Тогда денег подкину. Че подкинешь? Ну все, я иду. Давай, давай, иди сюда. Иду, иду. Иди, иди. Так много деньжат заплатишь, да? Батя, ну давай свою лопату. Буду копать. Я же, да, мальчик сильный. Весь снег тебе уберу, и ты мне сразу много баблища даешь, да? Так, ну деньги я буду платить только за работу. Убери лопату, вон, как я. Давай, вперед! Ой, фигня, как ты! Так, так, блин, а как-то ее взять еще надо? Даже не знаю. Слышь, бать, чё-то мне своими лапами, наверное, не очень. Не очень, значит, не очень. Я тебе деньги просто так давать больше не буду, все. Ищи другую работу. Другую работу? Вот, блин, батя. А какую, а? Любую! Любую, хоть... А, ну улицы ты мести не можешь, не знаю, вон. Детей развлекай! Да чуяк, я вспомнил, батя! Это же это в парке, в детском, объявление было! И ищут ездовых собак, которые детей катать будут на санках! Это ж точно, я подхожу, батя! Так, только мне нужны санки! Только вот, бать, на санки мы с тобой договоримся, а? Не одно, так другое, на санки... Еще один ребенок у меня в семье. Договоримся, куплю тебе санки. Вот, батя! Пошел, меня нету! У меня тут деньги пропадают! Вот, батя! Я бы уже научился всех возить! А ты жди его, жди! О, идет, кажись! Вот что-то тянет! Бать, ты! Нет, не я! Ты! Не я! Наконец-то купил мне саночки! Так, подожди, бать! Это как это их? Подожди. Садись. Я садись? Ну что, я прокачу тебя, ладно. Нет, бать, подожди, а что они такие маленькие? Так что на одного? В смысле маленькие? Ну а какие санки должны быть? Конечно, на одного. Не, я видел, на двое, на трое есть. Мне, пожалуйста, на побольше, санки, батя. Детские. Такие не подойдут, бать, совсем. Они совсем маленькие, с них мало заработка. Мне надо, чтобы сразу двое, там трое катать. А лучше 10. Ты, может, вообще начнешь сначала зарабатывать? Тебе мало заработка. Ты научись санки катать. Ну, батечка, ну, пожалуйста, ну, купи двойные. Ну, пожалуйста, тройные, ну, или пятерные саночки. Ну, бать, ну, тебе что, жалко, что ли? Одни расходы с тобой. Пойду сейчас другие санки тебе найду. Идет, не идет, идет, не идет. Боже, идет она или не идет? Опять полдня за него трачу. Батя, другое дело. О, вот это совсем другое дело. Так, на двоих вижу. Отлично. О, веревочка есть. Смотри, короче, тут можно вот эти доставать. Батя, так это ж я троих посадить могу. Это ж тройной заработок сразу. Тройной, батя, заработок, это хорошо. Только как я их катать должен, а? Объясни мне, пожалуйста. Иди сюда, так. Поворачивайся, да. Поворачивайся. Повернулся, ну и чё? Ну чё, как-то надо как-то вот так. Ну петлю ж тебе на шее не сделаешь, да? Давай на шею вешай! Так. Ну чё, иди сюда. Поехали. Ой, ой, чё-то, бать, как-то неудобно. Иди сюда, пробую. Ну давай, ну чё они не едут? Чё они не едут? Блин, выскользнули! Не, бать, думай что-то другое, но это совсем как-то не подходит, а? Не, ну мне же надо бабло зарабатывать, бабнук, бать. Ну ты же умная башка, ну думай, дай эту идею хорошую. Я уже двое санок купил. Чё ж придумать-те? Так, подожди.
Ты ж когда малой был, у тебя там такая это, да? Штука, которая на тебя одевается там. Сейчас, подожди, я сейчас в дом схожу. О, ну что, бать, нашел? Ну, слушай, что-то это ж вот это она, да, похоже? Она! И что, и как? Да я сам думаю, подожди. Иди сюда. Да давай. Так, где твоя лапа? Одна сюда. Ага. Другая сюда. Неужто получится у меня быть ездовой собакой? Чего, неужели получится ездовая собака? Так, теперь вот сюда в... Так, ну-ка, иди ко мне. По чуть-чуть. Иди. Иди сюда. Ой. Иди. Ну что, попробуем, батя, попробуем. Пожалуй, получается. Батя, кажется, получается. Батя, смотри, едут за мной. Ух ты, они за мной. Давай, 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 давай. Давай, я должен убедиться, что ты ребенка никакого не сбросишь. Йоу, батя, может и да. Надо только прямо, Шерлок, ко мне. Ты уже запутался в своих четырех. И, батя, ну ты наука тяжелая, походу. Ребят, как вы думаете, освоили это искусство ездовой собаки или нет? Если да, обязательно мне поставьте лайки. Ой, бать, ты меня вообще запутал. Нет, я тебя распутал. Вот так, вот так. А теперь за мной. Ну, поехали. Давай. О, вау, батя, получается. Давай. Кажись, все норм, батя. Давай. Ух ты, батя, и скорость какая хорошая, батя, все норм. Ой, ой, замучился я с тобой бегать на морозе. Все, короче, я в дом. Ты давай иди работай, но первая зарплата должна покрыть все мои материальные расходы. Это что получается? Я что, батя, должен свою целую месячную зарплату тебе отдать? Ах, вот это номер! Не, ребят, согласитесь, это грабеж. Ну, а вы были на канале Брошоу Пэт. Ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, и лайк, пожалуйста, поставь. Пожалуйста! Пока-пока! Главное дернуть сначала. Давай, сильнее, сильнее, Шерлок. Давай. Во дворе ему плохо, а вот там снег притоптан, уже очень хорошо. Давай, поехали, поехали. Можно? Ой, 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 папа, папа, держи. Давай, на, на. Надо на притоптанный снег, здесь на траве очень плохо едет. А, Ника, уже там переживаешь, не нравится. Давай, папа будет катать. Шерлок, может и тебя прокатить? Садись, Шерлок, садись, папа прокатит. Здесь очень плохо по траве едет, очень плохо.